Всем большой привет! Вылазка в лес за грибами. Вот у нас такой перелесок, полностью заросший. Грибов сухо, почти ничего нет. Но пошел так называемый капринус белый или навозник белый. Это очень вкусный гриб, о котором я хотел немножко вам рассказать. Вот он, капринус белый. Это гриб, который растет на унавоженных почвах. В парках бывает, в лесах, который идет по осени в основном. Этот гриб, который все считают поганкой или чернильный гриб, который расплывается потом в чернильное пятно. Я вам покажу вот этот раскрывшийся гриб капринус. Вот он, раскрывшийся гриб, уже черный, и у него... Его пластинки потом расплываются в чернильное пятно. И в пищу идут. Это очень вкусный гриб. Молодые грибы, которые еще только вылазят. Вот я показываю вам молодой гриб, который можно употреблять в пищу. Это такие чешуечки, и он имеет колокольчатый такой вид. А его пластинки... Пластинки, они вначале белые, чисто белые, потом немножечко могут розоветь. И в конце уже чернеют. Так вот, в таком виде, именно в молодом, колокольчатой такой форма с чешуечками, он очень вкусный гриб и гораздо вкуснее, чем шампиньон. Шампиньон даже менее острый, чем вот этот капринус белый. Имеет своего родственника капринус серый, который служит в качестве антиалкогольного гриба. То есть тот гриб с алкоголем несовместим, вызывает реакцию тетурамоподобную. То есть можно использовать, и порошок продается капринуса серого, для лечения алкоголизма. А вот этот белый считается деликатесом у французов. И я его давным-давно заготавливаю и использую в пищу, то есть в жареном виде. Это вообще классный гриб с картошкой, непревзойденный вкус. Собирайте и не пинайте их, это очень вкусные грибы. Навозник белый. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал.